9 дней наших сборов позади здесь, в Турции. Завтра наша команда сыграет с Енисеем, а сегодня состоялся товарищеский матч между динамовцами и футболистами Енисея, только между тренерскими штабами. Легендарные личности Егор Титов, Дмитрий Оленичев, Сергей Гуренко, Юрий Дроздов, Андрей Лаврик, Виталий Булыга сошлись на футбольном поле. Это было действительно круто, и сегодня мы вам это покажем. Вас приветствует Динамо HD плюс ТВ и плюс 3.99 пакет безлимитного общения. Видно явно на старте яркость наших тренеров в манишках, формы красивая, оранжевая манишка. Это преимущество дает о себе знать у начальной команды. Видно спартаковский футбол со стороны Енисея, пасик. Красиво. Мы играем в прессинге. Наш старший тренер играет в агрессивной манере. Ой-ой-ой-ой. Это мастерство начальника команды. Оно, конечно, не пропивается, не продается. Шикарный гол забивает начальник. А вот Титов, легендарный футболист, теряет мяч под прессингом наших футболистов. Наш главный тренер прессингует высоко команду. Титов с мячом, но... Петрович играет вообще шикарно в обороне. Оленичев, обладатель Лиги Чемпионов. Чуть-чуть обрезал, но ничего страшного. Изубили. Вон Диана финтит. Виталич во фланг. Прострел Диана. Неплохо. Когда девушки в спорте нормально. Агрессивно играет. Видим яркую форму Енисея. Иванович. Чуть-чуть выше. Оп, кувырочек. Ну, это нормально. Неплохо, неплохо. Эмоционально. Эмоции присутствовали. Пытались с мячиком. Неплохо, неплохо. Какая-то сборная Аргентины образовалась с 6-го года. Была. В голове с Марадоной. Алексеевич четенько. Во фланг. Ой-ой-ой, удар рыбки. Это даже не рыбки. Это какой-то удар Скорпиона Францелину Матузалем. Без 5 минут. Неплохо. Начальник команды чуть-чуть обрезал. Ничего страшного. Титов. Титов. Это Спартак. Образца 99-го года. Шикарно. Видно. Видно. Празднование. Так, Диана. Неплохо во фланг. Так, начальник команды. Передача. Алексеевич. Так, решайте вопрос. Мы же за вас всей страной. Так, Диана. Неплохо. Вообще Диана хорошо смотрится. На уровне. И чемпионов. Так, неплохо сидят Алексеевцы и Оленичев. Мастерство и чемпионов. Оно никуда не девается. Так. Видно. Мне нравится игра, такая эмоциональная. Если бы, если честно, если бы я звук слышал, что там они говорят, то, наверное, поярче. Хорошо смотрятся команды. Но все равно преимущество на стороне Динамо, потому что манишки очень яркие. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Это яркий гол со стороны нашего тренера. Неплохо. Ничего не команды, что же вы так? Ну ничего, ладно, прессинг пошли, высоко накрыли команду, не даем дышать, все здорово. Отлично смотрится команда динамовских легенд. Иванович на фланг, пожалуйста. Расставились как в хоккее, ай-яй-яй. На пятачок, как Овечкин. Иванович чуть-чуть. Ничего. Так, пока мне нравится... Команда бело-голубых. Оранжевых. Ну, вообще, я имею в виду наших. Так, получается, второй тайм уже пошел. Саныч красавец, это кошечки на вратарь ворота. Выручает нас. Видно подсказ, эмоции, харизма. Ничего, немножко обрезали, но... Да. Это контратака, она опасная. Но все равно, мне кажется, наша команда как-то более харизматично смотрится. Я, конечно, не предвзято отношусь. Неплохо, неплохо так. Начальник команды что-то там вызывает негодование какое-то со стороны арбитра. Как контратака. Здорово, вот это неплохо. Это как Майкон забил на чемпионате мира, помнишь? Сборная Кореи. Так, Дяночка, перехват, Макелеле, здорово. Чуточку, ай-яй-яй-яй.
Неплохо. Смог. Первый раз я в такой роли, конечно. Если бы можно было чуть-чуть говорить с таким запалом и по-другому, говорю, ой-ой-ой, как неплохо, ой, тут точно разобрались. Это хоккей. Хоккейный клуб СКА Петербург. Очень здорово выглядят наши ребята. Мне нравится. Очень неплохо. Начальник команды видно. Мастерство нашего начальника неплохое. Так, расставили. Оп, перехват. Которого играет наш главный тренер. Алексеевич, подкат кобры. Это фаталити Mortal Kombat. Это было ярко. Ну ничего, Алексеевич коренастый, поэтому все нормально. Диана под себя, здорово. Как же она неплохо выглядит. Иваныч, офланг. И... Виталий Тамадов. Так, мы комментируем матч. Тут вообще, смотри, нормально катосит. Да. Так, поперечная передача. Тропникова Макелеле отбирает во фланг. И начальник команды зарывается. Ну, неплохо. Но с песней. Постарался с песней, как в песне. Я... Как это? Неплохо. Очень агрессивно играет. 8 марта не скоро, Диана, так что вставай. Нормально. Главный тренер играет в своей манере. Агрессивно, жестко. Так, подбор за динамовцами. Снова оранжевые манишки. Очень ярко выглядят на телах наших тренеров. Саныч, это Кошечкин. Кошечкин, ай-яй-яй-яй. Досадная ошибка, и Кошечкин не выручает нас. Ничего. Ну, динамовцы смотрятся очень достойно. И даже несмотря на то, что в составе Енисея, это начальник команды, он решает вопросы даже с микрофоном в караоке-баре. Очень хорошо смотрятся динамовцы. Говорю, динамовцы прилично играют даже на фоне обладателя Лиги Чемпионов. Поэтому это очень хорошо, достойно. Так, мы смотрим. 5-6 в пользу Динамо Минска. С мячом снова динамовцы. Енисей Спартак перехватил мяч. Выход и 6-6. Неплохо. Саныч пошел читать правильно, в принципе, но чуть-чуть. Так. Позиционная атака со стороны бело-синих. Так, чуть-чуть не фарт. Контратака. И снова перехват от Петровича. Иваныч с мячиком, Петрович по фланг. Что сделает Тамада? Ай-яй-яй-яй-яй. Неплохо действует начальник команды. Николаевич не забивает. Так. Снова Николаевич с мячом, он очень активный. И на видео чуть-чуть не получается. Так, главный тренер. Удар. Очень опасно, перекладина. Так, смотрим дружеские объятия со стороны двух команд. Команды провели очень хороший спарринг. Дружеское фото. Как на чемпионате мира 98 Иран и Марокко. Все. Спасибо большое за краткий обзор матча. С вами был комментатор Виктор Вацько. До новых встреч. До побачення.